Всем привет! Продолжаем двигаться навстречу зеленому марафону Сбербанка, который состоится уже 27 мая. Мы продолжаем подготовку к нему вместе с интересными личностями нашего города и республики. И сегодня тренируемся вместе со звездой чувашской эстрады Алексеем Московским. Алексей Московский – популярный певец, образцовый семьянин и, как оказалось, любитель спорта, в том числе и бега. Ты давно бегаешь? 2 года, наверное, только. Как ты пришел к тому, что нужно бегать? Ну, познакомился с людьми, с успешными людьми. Так, это бизнесмены? Да, которые по утрам занимаются спортом. Если ты не занимаешься спортом, то ты не будешь успешным? Нет, нет. Почему? Это так не получается. Спорт дает новые идеи, новые мысли и просто вытряхивает весь мусор из головы. Насколько я знаю, у тебя сейчас грядет такой небольшой тур. Казань, Москва, Екатеринбург. Да. Будешь ли ты в этих городах бегать? Ну, как у тебя со спортом, когда в Казани, наверное, вряд ли получится, но в Екатеринбурге и в Москве я хочу. Угу. То есть ты берешь с собой форму? Да, 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 да. Самое необычное место, где ты бегал? На берегу реки Суры, где подъем был вот прям вот по 90 градусов почти. Это я не бегал туда, вот подъем, я просто шел туда. Еле-еле. Ну, вот такая вот была трасса. Но икры болели, наверное, потом? Конечно. В чем заключается особенность, и вообще, есть ли у тебя особенность беговых тренировок? Ну, есть приложение, наверное, вот. Как называется приложение у тебя в смартфоне, по которому ты бегаешь? Рантастик. Рантастик. Можно километраж померить, скорость, подъем, спуск. Но в моих целях как бы не скоростной бег, а вот бег просто вот в удовольствие. 27 мая состоится зеленый марафон Сбербанка. Здесь, кстати, вот рядышком на Чебоксарском заливе. Да, рядом с матерью, монументом матери-покровительницы. Ты сам примешь участие в зеленом марафоне? Я сам, наверное, не смогу, потому что у меня именно в эти дни будет плотный график. Ну, то есть ты выступаешь? Да, я вот никак. Я бы хотел, дорогие телезрители, всех приглашаем 27 мая на зеленый марафон. Я буду следить. Буду следить. Немного поговорив, мы решили размяться и подготовиться к беговой тренировке. Ну что, Миш, готов? Да, готов. Давай, 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 давай. Погнали! Побежали! Помимо бега, занимаешься еще каким-то видом спорта еще? Ну, ходил в спортзал. Ходил? Ходил. Один разочек? Нет. 2 раза каждый месяц. Сейчас уже, наверное, лето, как не хочется в зал. Бег, велосипед, ходьба. По моему мнению, самый популярный певец чувашской эстрады – это Алексей Московский. Ты согласен с этим? Я думаю, у каждого артиста есть свой зритель, и каждый по-своему популярен. И ты дипломат, конечно. Специально, чтобы Шадрик не заревновал, да? Шадрикову привет! Волжские просторы, свежий воздух и прекрасное покрытие для бега. Краткое резюме площадки, на которой мы тренировались сегодня. Ну а 27 мая встретимся на Чебоксарском заливе у монумента матери-покровительницы. Это будет зеленый марафон Сбербанка. До встречи!